Ален, привет. Очень рад тебя видеть в ультравыхлоп нашей тюнинг-студии. Замечательно. У нас очень редко бывают девушки, потому что, ну, тюнинг выхлопа – это, наверное, больше мужское занятие. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Спасибо, что рад меня здесь видеть. Это взаимно. Не скажу точно, каким образом я пришла к тому, что я хочу сделать выхлоп. Просто однажды я смотрела некоторые обзоры на Ютубе по машинам, и мне захотелось сделать что-то наподобие. Необычный фокус. Что ты ждешь от тюнинга выхлопа? Я жду очень многого, потому что уверена, вы сделаете все очень хорошо. И я хочу сделать настолько круто и получить настолько нереальный результат, чтобы он выделялся из серой массы не по цвету, а по своему состоянию, по звуку. То есть ты приехала прежде всего за звуком, таким красивым. Какой характер звука, вот, по-твоему, такой самый классный? Я хочу, чтобы был резкий, прям рычал. Тигр. Mm-hmm. Тигр. Сладенький круто. Тигр. Такое необычное сочетание. Ты знаешь, что мы сейчас будем делать с твоей машиной? Мне будут ставить заслонку. Это чтобы переключать звуки с более тихого на более глубокий, более сильный звук, мощный. Mm-hmm. И будут насадки делать. Алин, ну что же, мы сейчас приступаем к работе. У тебя в итоге получится офигительно классный, красивый, мощный звук. Вот. Я уверен, что ты будешь довольна. Спасибо, будем ждать результатов. Отлично. Давайте посмотрим. Ребята, ну что ж, мы приступили к установке заслонки, уже сделали отвод. Сейчас здесь ребята колдуют над самой заслонкой, как ее установить правильно. И такое бывает. И, естественно, мы будем подводить эту трубу к выхлопной трубе. И в конце, в окончании, мы поставим черную насадку с небольшим скосом. Ну что же, я думаю, что Алина будет очень довольна. Алин, ну что же, вот и сделан твой автомобиль. Скажи, пожалуйста, ты уже слушала звук выхлопа. Каковы твои впечатления? Это нереально круто. Я безумно рада, то, что к вам попала, то, что к вам приехала и получила такой результат. Это нереально классно. Вот тебе комплект брелков. Теперь ты в любой момент можешь получать удовольствие от звука выхлопа, от агрессивного. А когда тебе надоест или кого-то везешь, то можешь это выключать. Спасибо. Все. Ну что же, ребят, вот и доделана очередная машина. Мы сделали форт, установили туда заслонку, поставили насадку, и вы видели реакцию Алины. Это реально искренние эмоции от того, как был сделан автомобиль. Это реально очень круто. И теперь эта девушка, которая ездит на этом мальчике, обрела грозного зверя, потому что его рычание, оно действительно будет раскатываться на всю округу. Это реально круто. Когда захотел, выключил, и едешь спокойно. А когда захотел, погромче, поагрессивнее, побасистее. Ты нажал. И вот это вот реально чистый кайф выхлопа. Ну что же, наш выпуск подошел к концу, и очередной счастливый владелец с прокачанным автомобилем уезжает из нашей тюнинг-студии. Если хотите так же, если хотите круче, приезжайте к нам в студию. Для этого записывайтесь, звоните по телефону в описании, переходите по ссылочкам в Инстаграме и тоже смотрите, там еще большее количество работы.